22 июня прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В связи с обострением эпидемии коронавирусной инфекции в Смоленской области, встречи членов комиссии по видеосвязи вновь стали еженедельными. На сегодняшний день в ковидном госпитале находится 35 человек, 23 из них с подтвержденным диагнозом. 8 человек переносят пневмонию в легкой форме на дому, но появился и первый случай тяжелого протекания болезни. Один пациент в реанимации на неинвазивной вентиляции легких. Всего за прошедшую неделю подтвердилось 46 случаев заражения, но даже эта цифра превышает показатели предшествующих недель. В связи с этим в городе повышается внимание к соблюдению индивидуальной безопасности населения. В общественных местах проходит регулярные проверки. Значит, я прошу, чтобы в неделю было не менее 2 рейдов, как запланировано, так это и продолжалось, чтобы наши жители и, соответственно, руководители предприятий торговли ощущали нашу заботу, вот, и все-таки соблюдали те требования, которые введены у нас указом губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского. Десногорск руководствуется существующими ограничительными мерами, принятыми на территории всего региона. Поэтому предложение о введении соответствующих более жестких мер в городе было поддержано единогласно. Ввиду этого, значит, я предлагаю Анна Александровна Королева в наших учреждениях культуры приостановить работу всех кружков самодеятельности, соответственно, рекомендовать руководителям всех форм предприятий и организаций, Андрей Константинович, это зафиксировать в протоколе, последовать нашему примеру. То есть все кружки, все репетиции должны быть приостановлены. На фоне третьей волны коронавирусной инфекции увеличился поток желающих привиться. 5734 человека завершили все этапы вакцинации. 6467 человек привиты первой дозой вакцины. Чтобы повысить процент вакцинированных и сформировать в Десногорске коллективный иммунитет, рассматривается решение последовать за инициативой других регионов России. Планируется сделать вакцинацию для некоторых групп населения обязательной. Ксения Лошкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев. Десна ТВ.